Всем привет! С вами Ольга Чернова и мой обзор редких сортов томатов. Вот перед этим я показывала голубые ели, они тоже отличаются тем, что у них резные такие листья морковного типа. Сейчас я вам покажу сорт Шахерезада, которая в рассаде уже сразу отличается от других. Это необычайно интересный такой крупноплодный сорт с красивыми бархатистыми листьями. Вот сейчас они совсем еще маленькие. Но они уже отличаются тем, что они такие опушенные. Вот у них стебли прям лохматенькие. Они как вербы. На солнышке они переливаются. И эти растения сразу отличаются и в рассаде, и потом, конечно, в кустах. В кустах они вообще очень красивые, густо опушенные, такая темно-зеленая листва. Этот куст у них будет детерминантный, высотой до 1 метра. Они очень удобные. Плоды по форме такие цилиндрические, вытянутые, с носиком. Летом я показывала видеообзор плодов. Сейчас хочу вам просто рассаду показать. Сами плоды напоминают такие персики бархатистые. Они чуть-чуть такие, как не гладкие, а как лохматенькие. Оранжево-красные, очень красивые, вкусные. Их называют томатным персиком. Масса 200-300 граммов. Этот сорт относится к крупноплодным. Причем, если выращивать в один стебель и с пасынкованием, то плоды будут крупные, прям 300-граммовые. А если без пасынкования или там в 2-3 стебля, ну, дать расти так, как она хочет, то она будет, конечно, помельче. Они прекрасно подходят и для салатов, и для цельноплодного консервирования. Сорт среднеспелый, его можно выращивать и в открытом грунте, и в теплице. Я вот пробовала и там, везде она прекрасно плодоносит. Конечно, эти томаты – это настоящее украшение участка. Подходишь, когда вот к ряду, к томатному, к рядам, их видно издалека. Они вот на солнце, если еще с росой, такие искрятся, переливаются, очень необычные. Но единственный недостаток – это не всем нравится кушать лохматенькие помидоры. Но своей необычностью они все равно завоевали популярность. Вот у нас уже многие выращивают эти томатные персики. Иногда этот томат действительно похож на персик. Возьмешь в руку, и можно даже перепутать, когда он не совсем еще не дозрелый, такой как красно-оранжевый персик и персик. И такой приятный на ощупь, бархатистый. Вот это вот сорт Шахерезада. Сейчас они у меня только рассада. Когда немножко подрастет, я вам покажу. Кто не видел, можете посмотреть летний обзор. Там я и листья, и томаты показывала. Вот это, я считаю, редкий такой сорт. Некоторые даже о нем ни разу не слышали. Если хотите немного экзотику добавить себе на участок, вот, пожалуйста, посадите сорт Шахерезада. До свидания, с вами была Ольга Чернова. И вот такой краткий обзор редкого сорта томатного персика Шахерезада.